Еще 2 года назад сквер у Дома культуры имени 1 мая доживал свой век. Разбитые дорожки и качели, поросль. Теперь же зеленую зону не узнать. В этом году общественное пространство благоустроили. Установили детский игровой комплекс, спортивную площадку, оборудовали сцену, освещение и видеонаблюдение. Архитектурным новшеством стало появление в сквере современного памп-трека для катания на велосипедах и самокатах. Новый облик сквер приобрел недавно, но уже полюбился жителям микрорайона. Валентина Лебедева живет на нижней террасе не одно десятилетие. Жительница не понаслышке знает, как сильно был запущен сквер в недавнем прошлом. В 90-е годы все пришло в запустение, все здесь заросло. И самое главное, то, что здесь помойка стала. Ходили всякие, распивать, да, все замусорили. Ужасно, даже неприятно было подойти. Поэтому этому все были рады. Следующий шаг – организация в сквере культурной программы. К примеру, в летнее время здесь планируют возродить традицию танцевальных вечеров. При этом благоустройство города не заканчивается. В 2021 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» силами городской администрации и подрядных организаций благоустроено 45 дворов и 9 зеленых зон. План на 2022 год уже составлен. А в следующем году предстоит благоустроить 6 общественных пространств. Здесь у нас добавляется не только такие, может быть, и небольшие скверы или, наоборот, знаковые скверы для районов города Ульяновска, но и знаковые территории с точки зрения туристической отрасли. А это лицо нашего города, парк Дружбы народов и нижняя площадка будет благоустраиваться. Это тоже очень отрадно, потому что люди полюбили и со всех концов города приезжают туда отдыхать. Подчеркнем, что результаты обновления сквера ДК 1 мая смогут войти в федеральный реестр лучших практик благоустройства. На данный момент специалистами Департамента городской среды Минстроя формируется заявка и пакет документов. Результаты отбора станут известны в следующем году. Максим Писарев, Герман Баранов, Улправда ТВ.